Наше расследование зашло в тупик. Прежде чем появлялись предыдущие маньяки, у нас были какие-то предпосылки. У Йети были следы, у Санта-Клауса были подарки, а у Слендермена были записки. А у этого купидонщика ничего нет. Вопрос, почему? Совершенно ничего не предвещало беды. Но потом появился этот купидончик непонятный с луком. Ну ладно, Йети, ладно вот это все, но купидончика-то даже никто не ждал. Ни единого намека на его появление не было. Детектив Наталья, ваше мнение? Полностью с тобой согласна, детектив Хрейн. Я считаю, что этого купидона у нас здесь в принципе быть не должно. Ты вообще, в честь какого это лешего он у нас тут появился, а? В честь 14 февраля, наверное, Натах? Ну так... Никаких предпосылок, ничего не было, он просто пук и появился. Так 14 февраля тоже просто пук и наступило. Все влюбленные пошли любить друг друга, ну, в смысле, на свидание. Вот Купидон и появился. Да так... А на 8 марта, наверное, еще кто-то появится и будет ходить всех девушек поздравлять. И жулика Плея тоже. В смысле меня? Только я не понимаю, с каких пор у нас начали появляться определенные маньяки на определенные праздники. А на 1 апреля мне интересно, кто появится. Жулик Плей, видимо, Ника. Почему Жулик Плей? Ну, типа, день дурака, все дела. А. Хорош, хорош, Ирэй. Фартануло, повезло, получается, не зря я хвалил этого Купидона, вот он мне и попался, правда, только во второй серии после того, как он, в принципе, появился. Лук Купидона, а на луке Купидона эти сердечки переливаются, ядрёный ты случай! И насколько я понимаю, у него... Так это я, в принципе, просто могу здесь стоять, никуда не идти, никого не ловить и просто всю серию вот так вот куда-то стрелять. Ну, рано или поздно в кого-то 100% попаду. Купидоша маленький получается. Присел на ящичек. Опа! Присел на второй ящичек. В памперсах почему-то стою. Оп! И полетел отсюда. Ловушечку сюда поставим. И ловушечку сюда поставим, чтобы в амбар никто не смог зайти. А мне интересно, если я туда просто вот так вот выстрелю. Оп! Возможно, я даже в кого-то попал. Жулик Плей чинит генератор в лесопилке. Не-ча! Ядрен батон, не по... Стой на месте, Жулик Плей! Вот он, еще вот он. Что происходит? Подожди, это я в снайпера играю. Да? Да ядрен ты батон, не могу попасть в Жигулика Плея! Я же хороший снайпер получается! Вы что думаете, то что я вас... Я промазал, хотят задумать! Только попробуй! Наташка голубиная какашка наблюдает за мной там в церкви, да? Ну стой, Наташенька, где-то... Аба! Вот! Ядрён ты батон, почти попал. С одной стороны, кажется, то, что новый маньячила слишком читерный, потому что он на огромном расстоянии может вот это стрелять в людей. Но чё-то вообще нифига. Вот еще раз Натаха бежит. Вот бежит. Попал! Ай! Ну, не, он как бы кажется читерным, но он-то на самом деле вообще не читерный получается. И суперспособность у него просто вот это вот. Он... подсвечивает людей и в... Он подсвечивает людей и получается то, что... Я не хочу умирать! Отстань! Подожди! Своим электрошокером я тебе не покажу! Не трогай меня! Я тебе самое главное не показал! Ядрёный батон! Я сейчас в космос чуть не улетел! Да когда вы успели...
А что самое главное, я еще заметил, это когда включаешь суперспособность, у него почему-то... Здесь никто ничего не чинит. Когда включаешь суперспособность, у него вместо одной стрелы, вот как сейчас вылетает, у него сразу три стрелы в разном направлении вылетает. И ловушку куда-то вот сюда, и сразу вот сюда. Режим снайпера активировать. Повезло бы, конечно, если бы я сейчас к этому коту в сапогах в голову бы попал. Ой, ядрен ты батон. Побежай, побежай, давай, давай, давай. Вот этот маньячелло прям для меня получается. Я-то снайпер как бы вот это вот хороший. И я кот в сапогах куда побежал, в дом туда залез. Я как бы снайпер хороший. Клайп на втором этаже здесь там где-то вот в этом вот доме кукует и думает то, что я... или он в канализацию залез. Но это уже совершенно другой разговор получается. Отвара, две стрелы, тебе уже вот это вот бананеса, ты не убежишь. Последний выстрел снайпера. Последний выстрел снайпера. И промазал. Вот что с дерева попал. Да, опять промазал, опять в дерево. Чего это? Давай, 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 бананчик, выкукай вот это вот в окошечко. Я... Ребят, спасите меня! Спасите. Я же знаю то, что ты туда собирался сразу пойти. Я сейчас... Подожди, куда побежишь? Офигеть, я выстрелы, конечно, стрелок. И теперь сразу обезопасить... Банан! Подожди, кот в сапогах, я еще вот это, я еще ловушки здесь не подготовил. Все, можешь заходить. Заходи, мой х... Ядрен батон. Здорово! Кот в сапогах! Так, а что, банан уже запердохался, получается? Где ба... Ну, где-то банан был, но теперь банана здесь нет. Ну, в принципе, ладно. Третья попыточка. И самое главное, чтобы меня никто не видел, как я к нему подлетаю. Мне просто надо... Мне надо быть ниндзей, незаметной ниндзей, чтобы меня... О, там чик... Чтобы меня никто не нашел! Да не дрянный случай! В смысле, ты туда попал? В смысле, три генератора отремонтировали? Я пока только банана запердохал, ну разве что тебя! Опять промахнулся? Давай, 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 отомчик, так же через окно, потому что из этого дома только один выход есть. О, там вот это. Что? Ждал отомчика, зашел к Лайпе. Все, хватит уже! Сколько можно этой песни петь, гречка? Вали отсюда! Только попробуй мне... Что, не сработал твой лом, гречечка, да? Хедшот тебе в позвоночник! Я буду влияться. Что ты там куда будешь? Давай, давай! Попробуй сбежать, да! Попробуй! О, куда он? Куда прилег на пол? Пол холодный, отомчик. Подожди, что, не заметил мою ловушечку, мой хорошенький? И вот так вот, на всякий случай, чтобы сюда сейчас никто не прибежал. Вот. Вообще нифига не понял, что произошло, но, в принципе, ладно. А, я с крыши упал! А! Больно! Вот где ты был! Я тебя уже потерял! Ну, лежи здесь в кустах, я тебя туда подтолкну! Вот, никуда не высовывайся! Я всего лишь двух человек закокал! Ой, кот в сапогах на меня бежит, да? Давай! Я по тебе уже два или три раза сегодня попал, Клайпед! Откуда ты убежал? Давай, куда? Нет, встань! Куда? В канализацию, что ли, забежал? Или куда? Не, в канализацию не пойду, там страшно. Чё орёшь? И полетели опять. Как меня вот это прям устраивает? Вот это вот... Вот это вот суперспособность!
подожди. Попал! И тут у нас тусовочка, просто жулик Плей побежал, жулика Плей. Кстати, давным-давно уже надо вот это, промазал. А я зайду. Нет. Ой, подожди, жулик Плей, я сейчас кокну тебя надо. Это только я сначала Натаху кокну, а потом за тобой веду. Своим электрошокером по башке, а? У меня и так давление низкое, а так еще и башка раскалываться будет, а? Это сюда и вот сюда, куда ты еще вот эти, чтобы больше вот в это здание никто... Так, выйди ты, жулик Плей, ты куда попал, это... А, жулика Плея еще кто-то... Кот сапога... Да ты меня заколебал уже в эту канализацию! Отдань! Черепашка-ниндзя нафиг! Жулик Плей, ты здесь где-то, в этом доме прячешься, я понять не могу! Я тут! Вот! упал и куда-то побежал! Вот туда побежал, давай! Ай, все же как сложно играть за этого Купидона! Я не могу подойти вблизи, не могу ударить просто человека! Надо целиться в него из этого лука! А еще и офигеть, сколько много раз не попадаешь из вот этого... Мой ты хороший жулик Плей, стой, я тебе владыжу. Не надо, я тебе анекдот расскажу. Давай анекдот, жулик Плей, пока я тебя не убил, давай. Заяц вышел на крыльцо. Я тебе сейчас такой анекдот. Рассказать анекдот, вот. Я тебе сейчас такой заяц на крыльцо выйду, жулик Плей. Это молчи и смирись. Пожалуйста. Я тебе помогу, я готов сотрудничать с тобой. Где Херейт? Я его видел. Где? Он был в той стороне. Какой ты? Ты в воздух машешь. Я не могу показать. В той стороне, в той. Куда я смотрю? Вон туда. Вон там я его последний раз видел. Ты нафиг, котяра в сапогах ударяться, мангуста просто. Да, жулик Плей, я иду. Как это делать? Меня уже один раз ударили. Зачем второй раз бить мне по башке? Я тебя сейчас запердохую, Клопеда. Его подняли или он сдох, я не понимаю. Я не могу попасть в этого котяру. Ты просто вот это... Попа! Один раз попал, Клайп, ты следующий, кого я запердохую. Я тебе честно говорю. Стой, давай договоримся. Бобер задыхающийся, а? Полетели в небеса. Самое главное, чтобы меня сейчас здесь никто не видел. Никто меня здесь вот это вот... А я здесь наверху, гречка! А я промазал руком! Подожди! Стой! Анекдот расскажешь, отпущу! Я могу песенку спеть! Давай! 33 коровы, свежая строка, 33 птичка, 33 коровы, с них родился новый казакан, что-то там, молока! Ну да. Помогите, пожалуйста! Ну, в принципе, все понятно, только вот что я сейчас случайно обнаружил. То, что все же я могу бить луком по башке. Да ядрен батон! Я могу бить луком по башке левой кнопкой вблизи, а я почему-то думал, я только могу правой кнопкой стрелять. А ну вот как все просто оказывается. Игрок 2, 4, 5 и 7 сдохли. 100% осталась Наташенька, 100% остался вот этот вот котяра в сапогах и 100% остался Хурейдозер. Я не знаю, кстати, успели ли они починить генератор. Генератор в церкви успели. А где генераторы вообще остались? О, кот в сапогах бежит. Вот он. Опять не... Подожди, хватит за мной бежать. Давай, котяра, один на... Он телепортируется, реакция мангуста. Я реально говорю просто. Наконец-то попал Клайпеда! И он опять в канализацию спустился. Да сколько можно в эту канализацию? Нет! Да я отстану, я тебе...
Я тебя запердохаю, я моментально отстану от тебя, Клэп! Там, подожди, там куда-то это, Натаха в полицейском... Отвали от меня, Клэп! Там вот это, Натаха в полицейском участке в какую-то ловушку попала, и мне бы вот это не помешало бы на... Нет! Оу! Как хорошо, как хорошо! Этот хурейдозер! Не, очень хорошо! Помогите! Я не знаю, сколько у них жизни осталось, но если я сейчас смогу взлететь, это будет просто прекрасно. Сразу, в эту же секунду, моментально, вот туда захеры. Полетели. Захеры. Да! Как хорошо! Воу, куда? Адреналин. Подожди, ты востри, чебуреца! Да мы его не трожь! Дренки, батон своим электрошокером! Клайп Хрейд чинят генераторы на озере. Ляча! Ну почти, кстати! Как хорошо, кстати, вот этот кот собака... Ядрён ты, батон, как ты меня заколебал, ты там убежать не сможешь, там нельзя убежать, Клайд! Да нет, отстань, ну пожалуйста, давай нормально поговорим! Мяу! Да! Как ты меня заколебал, а? Котяра, вот этот котяра побежал! Это стрела в пятки торчит, кот! 31% перезарядки суперспособности остался, я не знаю, у них, как обычно, бесконечное число вот этих вот аптечек, и они бегают вот здесь, вот чинят генератор. Без какой-либо остановки, а я тогда буду без какой-либо остановки ставить вот эти вот... Нет, это даже как кот прям по крышам бегает, а? Без остановки... Вот ты глупенький, как... Да как ты это сделал? Ну ты прикалываешься, я же прятался. Дома. Наверное, потому что у меня лук есть, у тебя-то сапоги есть, но мозгов нет, вот это, хватит на меня шипеть. Да отстань, ну почему именно я? Ну я же с тобой по-дружески был. У тебя стрела в колене застряла, Клайп. Так помоги мне! Что мне сделать? Могу вторую во второе колено? Нет, вторую не надо, пожалуйста. Все, лежи, помирай, не выпендривайся. Я вижу Херейника на кладбище бежит. С Херейником тоже надо, кстати, заканчивать, как мне кажется, да? Да. Да, собака ты такая, я тебя просто терпеть не могу! Самое главное, чтоб они сейчас Клайпа не воскресили, вот он там валяется, котяра, не! Еще Натаха осталась, еще Хрейд остался... Кот в сапогах, ты только что где-то здесь был, ты че, сапоги откинул, получается, то я не знаю, где... Игрок 1, игрок 3. Ну, получается, остался Херейдозер и осталась вот эта вот Наташенька. Мне сейчас 100% кажется так. Здесь генератор они не чинят. Значит, они побежали на озеро, как мне кажется. Здесь снайпер недоделанный, как я только что в нее там попал. Я не знаю, сколько у них аптечек еще осталось, но они 100% сейчас в этом здании где-то находятся. Как замечательно, Наташенька, хоть вот стрела в подмышке застряла, Натаха, жить 100% не будешь. Это смерти. Хрейдушка, беги! Ядрён, батон, стой здесь, это там помирай! А я полечу за Хрейдом, только сейчас хороший вопрос, где заспавнился вот этот вот рычаг? Возможно, вот здесь через окно можно посмотреть. Нет, здесь нет, значит, он заспавнился на озере, озеро вот здесь. И в принципе, раз Хрейдик еще сюда не прибежал, я могу здесь офигеть, я медленно спускаюсь, кошмар. Если Хрейд сюда не прибежал... Прибежал, да? Ну нет! Вот это выстрел! Херет просто в мизинчик правой руки попал! Да какой мизинчик? Ну это рука, во-первых! Во-вторых, ты... Натаха кокнулась в полицейском!
полицейском участке, ну ты молодец! Успел забежать, успел на рычаг нажать, осталось только в церковь добежать, которая вот в той стороне находится. Я надеюсь, то, что Натаха воскреситься никак не смогла. Да она сдохла уже, я просто понимаешь, я вот и у меня надпись это высвечивается, я слышу, я ж понимаю, ты как каким-то боком еще летаешь! Поздравляю с поражением, Херейт! Спасибо! Не, на самом деле я тоже могу анекдоты сказать. Ну давай. Ну, смотри, жил-был заяц, значит, у него был дом... Бля, поздно, конечно, Херейт, поздно. Ты можешь мне объяснить? Я многие вещи, конечно, не понимаю в этой жизни, но вот это я все-таки хочу понять. Я в предыдущей серии тоже был этим злым Купидоном, но я вообще не знал то, что за него летать можно. Ты каким боком взлетел? А ты два раза на пробел нажимал? Нет. Ты что-то глупый или что? Да, глупый! Ну вы хорошо держались! В последнюю секунду я ему в мизинчик попал! Я же все же как снайпер, как-никак реакция мангуста, бобер, переростыш! Ты какой-то вот маневры эти совершаешь! Какие маневры? Ты, несмотря на все это, попадал в меня постоянно! Ты! Меткий глаз! И жулик Плей со своим анекдотом про зайца, который на крыльцо вышел! Еще раз-то где жулик Плей? Где? Да я-то знаю, где он на самом деле, и могу рассказать! Он побежал смотреть вот эти вот видосы, что справа и слева. Справа и слева, ну да, ты же в каждом ролике горишь одно и то же. Как будто бы подписчики не знают, что надо тыкнуть на видос слева, этот, серию маньяка, или право, серию выживания. Ты это хотел сказать, да? Ну да, и видимо они этого не знают, потому что даже уже жулик Плей побежал. Понимаешь?